для христиан вот этот храм Святого Савы в Белграде будет своего рода новой Святой Софии. Люди будут приходить туда и будут видеть, как выглядела бы Святая София, если бы она оставалась православным храмом. Это самый величественный православный собор на Балканах. Он строился более 100 лет, строился с многочисленными перерывами. Если вы посетите этот собор и войдете внутрь, то, наверное, вы сможете как раз ощутить то, что ощущали послы равноапостольного князя Владимира, которые посещали Константинополь в X веке и участвовали в богослужении Святой Софии, и которые видели все это великолепие, всю эту красоту, и вернулись и сказали князю: мы не знали, мы находимся на земле или на небе.